Небесный локатор сможет запеленговать остальных жрецов. Второй жрец преисподней сейчас в северном полушарии Земли. Я уже настраиваю портал. Некоторые зоны закрыты, чтобы снизить нагрузку на генераторы. Вы получите к ним доступ, как только восстановите энергоснабжение. И вспомогательных систем. Установка может метать ледяные бомбы. При попадании они поражают врагов замораживающим газом. Имейте в виду, переключаться между гранатами и ледяными бомбами придется вручную.
Преисподней где-то в этом здании. Определить точное местонахождение я пока не могу. Палач, ты думаешь, мне конец? Посмотрим, выйдешь ли ты живым из этой проклятой цитадели. Палач прибыл. Альтернативно живому персоналу принять к сведению.
Thank you.
Братья и сестры, зверь приближается ко мне, но он слаб. Пусть ваша ненависть не уступает его решимости. Лишь тогда вы будете спасены.
Ваше спасение заключено в его гибели. Миф о великой силе палача теперь развеян. Вы же видите, братья, он потерял всякую волю к борьбе. Сожрите его душу. Я должен выжить. Защитите меня в час нужды и обретете законное место в новом мире. Рядом ваш супер-дробовик. Реликт из прошлого. Жрецы постарались спрятать его от вас здесь. Живого персонала. Палач уже находится в здании. Агрессия приветствуется.
связь установлена. Теперь вы управляете дроном Ревенантом. Он поможет вам забрать свое имущество.
всему персоналу святилища уничтожить палача. Жрец должен выжить. Повторяю, жрец должен выжить. Thank you.
палач. Ничего, мы сломим твою волю.
боюсь тебя. Ты еще не победил. Найди меня, палач. Я буду ждать. Остановился. Сейчас я его запеленгую.